В Подмосковье бывают такие годы, когда от яблок и груш просто некуда деваться. Куда все это? Вот непонятно совершенно. Многие складывают в компост, что и мы тоже делаем. Но я вам сейчас покажу, что делали наши предки, когда еще не было всяких соковыжималок электрических и прочих всяких электрических премудростей от наших восточных и западных поставщиков этого кухонного оборудования. Я вам сейчас покажу, что делали обычно деды с таким количеством яблок. Ну, гнали сок или употребляли его по прямому назначению, или уже использовали там для приготовления каких-то слабоалкогольных напитков, а то и сильно алкогольных напитков. Ну, в общем, как гнать сок в домашних условиях в старину до прихода эры бытовой техники. Вот, в частности, вот такие грозди аж висят. Груш нормальный человек столько съесть не может. Соответственно, будем делать деликатес под названием грушу и сок. Но самое противное то, что вот эти вот фрукты, которые наверху, видите, прям вот как вино. Не знаю, там грозди, наверное, килограмм по два каждая. Вот. Их достать-то сложно. Даже с лестницы, даже с помощью специальной палки с насадкой. Но вот ждем, пока они упадут, или сейчас потрясу, может быть, даже. Вот еще одна груша лежит. Так, в корзинку ее. Так, что тут у нас? Тут все истоптано уже, потому что приходится постоянно их собирать. С утра уже много собрали, слава богу. Сейчас вот поменьше их стало, но все равно приходится постоянно походить и собирать, потому что осы помогают нам убирать урожай. Вот. Есть и весьма приличные фрукты, есть и всякие порченые, но все они пойдут в дело. Дальше идет обработка. Груш, даже вот, скажем, вот груша сверху упала, видите, ударилась сильно, и, соответственно, никуда она уже не годится, долго она не прилежит. Поэтому мы ее с помощью ножика лишнее удалимся, и вот такими крупными кусками положим. Этот прибор называется, по-моему, корыто. Да, корыто для сечки вот этих фруктов всех. А сечется это все вот такой вот лопаткой. Ну, у меня посовременнее, чуть из нержавейки. Но, в общем, железными лопатками это все здесь на мелкие кусочки насекается. Что будет потом, я вам покажу. Вот так нарезаем. Грушу за грушей. Лишнее убираем. Смотрим, нет ли там подгнивших частей. Подгнившие отходы. Вот хорошая груша, но видите, тоже от удара бачок пошел, соответственно, хранить нельзя, значит, сок. Ну, дальше элементарно берем сечку и начинаем вот так вот проходить все вот эти вот нарезанные груши, в данном случае, или яблоки. С яблоками попозже. Они еще пока висят. А груши вот падают массово. Портится. А мы им не дадим пропасть. Вот. Вот буквально за 3-4 минуты получается вот такая сечка. Интересно, что после того, как из нее отожмется сок, сейчас я вам покажу агрегат. Вот. Не было ничего, поэтому агрегат самодельный. Вот. Уже хлюпает. Жмых этот, после того, как из него сок удаляют, отдавался на корм скоту. Птицы, курицы очень любили его. Его подсушивали, зимой давали в качестве витамина добавки. Так что ничего не пропадало. Вот в таких деревянных корытах все это нарубалось. Такая вот прекрасная. А запах? Ой, грушами пахнет. Теперь берем
то, что мы насекли, нарубили, и укладываем вот типа в марлю. В посудину кладем марлю и укладываем туда все. Вот так, лопатку за лопаткой. Все туда и... Оп. Так, ну вот мы все как бы вычистили. Корыто наше свободно. Ну вот что из себя представляет сама соковыжималка. Давилка такая. Вот агрегат. Емкость, куда помещается наш нарубленный продукт, с которого будем гнать сок, давить. Это вот поршень, пресс такой, который опускается вниз, когда начинаем вращать вот этот червячный механизм. Он опускается вниз и давит, соответственно, на поршень. И вот отсюда из дырочки потечет сок прямо вот в эту мисочку. Сейчас я вам все это покажу. Марлю мы закрываем и кладем внутрь этого агрегата. Подвинуть чуть-чуть. Кстати, сок уже, видите, это грушевый сок в чистом виде. Это вам не какие-нибудь консерванты. Вот туда. Так. Чистое натуральное хозяйство. Пресс. Поршень. Так. Можно полное забыть, но сок нарубили. Поэтому удлинитель-то такой небольшой. И упор, чтобы не соскакивал ничего. Вот так вот. Груша такой продукт, что сок идет уже под собственной тяжестью. Видите? Вот. А то, что не захочет под собственной тяжестью идти, мы оставим. Вот сейчас эта деревяшечка в качестве удлинителя будет давить на поршень, вон там вот, и отсюда польется уж. Ну вот, я начинаю вращать вот этот пресс. Сначала идет легко совершенно. Видите, просто аж струей пошел сок. Вот. Волосы сразу прилетают, потому что они тоже любят это. Даже дерутся за нее. Вот, и сейчас мы все это выдавим. С каждым поворотом, слушайте, увеличивается скорость отдачи сока. Лето в Подмосковье. Вот оно, счастье-то. Эй. Сейчас мы тебя спасем. Эй. Одна напилась так соку, что даже свалилась туда. Сок еще капает. Ну, уж больно хочется мне попробовать. Скорее подставить. И опять нажать. И как из водопроводного крана опять течет сок. Вот так вот. Это агрегат где-то годов 70-х, 80-х, видите, уже алюминий, сталь, болтики. А раньше, вот, скажем там, 60-е годы, 50-е, после Октябрьской революции, да и до нее, были прессы, естественно, из дерева в основном. Ну, точно такая же конструкция, металлический червяк, упор. И просто деревянная была такая кадушка с дырочкой, туда точно так же давили. Иногда были рычаговые еще давилки для сока. Вот. Ну вот. Наконец-то продукт наш готов. Сейчас попробуем. Амброзия. Запах, вкус. Просто трудно передаваемый вообще. Такой нежный вкус. Главное, сам сделал, сам собрал, сам нарубил, сам выдавил. Никакого электричества. Все сам. Жизнь. Сок наш еще все капает. Ну, немножко о технических характеристиках этого пресса.
Где-то мы нарубили около 3 килограммов груш. Получилось у нас где-то примерно 1,5 литра сока. То есть примерно 50% сока получается. Сок еще капает.